связать свою родину со всеми странами мира с помощью гвоздей и нитей. Вот это мечта художника из Кыргызстана Азамата Джаналиева. Парень рисует портреты президентов и выдающихся личностей, используя технику стринг-арт. Лена Нечаева оценила работу. 1,5 килограмма гвоздей и 2500 метров шерстяных нитей. Столько понадобилось Азамату для создания портрета казахского лидера. Молодой человек сожалеет, что не успел закончить работу до дня рождения Нурсултана Назарбаева. В его коллекции несколько портретов государственных лидеров. Вот Владимир Путин, а это арабские шейхи. Недавно художник путешествовал автостопом по Монголии. Там же нарисовал президента Халкмаагийна Баттулгу и сразу же вручил картину владельцу. Цель Азамата – связать Кыргызстан нитями дружбы с другими странами. В Кыргызстане Азамат – единственный мастер, создающий портреты таким способом. О том, что техника называется стринг-арт, узнал уже после того, как закончил первую картину. Планы у Азамата масштабные. В ближайшие годы объехать 193 страны и создать более 300 портретов. Это будут лидеры государств и выдающиеся стран. Программа гвоздей, метры, не только 10 безумных ночей. Подобных шедевров Кыргызстан еще не видел. Автор уникальной картины Азамат Джаналиев. Архитектор по образованию. Финальный газет. И посвятить своим. Каждая забитая гвоздь – это ты и я. Каждая протянутая нить – это связь между нами. Это все одна картина. Это знак дружбы, мира и любви.